А зима уже приближается. Вот зимние уже бананчики делаются, заготавливаются. А вот это два чудеснейших фишмарана. Это специальные такие удобные плавсредства для того, чтобы стоять на жесткой палубе и с них ловить. Сап-доски по индивидуальным размерам и цветам. А вот в это колечко загоняется гидроцикл, после чего он обретает чудовищную остойчивость. Это нужно для того, чтобы можно было организовывать полет на водяных струях. А в этом цеху всегда ярко и красиво. Волшебный электрический станок, как обычно, делает магию. И ему даешь разные деталечки, и он их соединяет вместе. Только надо руки держать подальше, а то соединит вместе с руками. Черные ронины, я смотрю. Вот образец сочетания легкости и надежности. На самые нужные места, которые чаще всего травмируются, накатываются ленты из термополиуретановой пленки. Получается очень надежная конструкция в самом-самом нагруженном и повреждаемом потенциально месте. Классический фишкаяк. Неустаревающая классика. Хочу пушку в цвете фуксия. В общем, все как обычно. Завод работает. С вами был Андрей Санар. Всем пока.